Всем привет! Сейчас утро, и как я обещал, начинаем распаковку, обзор первой коробки. Это то, что вы вчера увидели, конверты. Интересные, прикольные. Сейчас поставлю штатив и буду вам все показывать. Ну что ж, господа, начнем. Значит, вот такие карточки. Если вы встретили что-то интересное, пожалуйста, укажите минуту и секунды, на какой минуте. Может быть, какие-то ценные экземпляры попадутся, потому что я не из этой темы, больше по другим направлениям. Так, а это что такое? Вот такая вот штучка. Поэтому буду рад вашей помощи. Раньше была очень популярна тема спутников. И человек был, видно, на этом очень помешан. Вы поймете это в последующих обзорах, распаковках, потому что есть еще две коробки. И также это все на продаже. Я оставлю Viber, WhatsApp. Пожалуйста, обращайтесь. Apollo 17. Раньше было это очень популярно. Я где-то вчера до 12 часов ночи пересматривал все три коробки. Очень, конечно, интересно, но не знаю, мало ли. Может, и стал бы собирать открытки, наверное. Подписные, там очень интересно все написано. Разные истории какие-то жизненные людей. В принципе, это чуть-чуть мне интересно. А вот это направление, конверты, бумажки, вот эти все, ну как-то может быть чуток не мое. Поэтому звоняйте, коллекционеры. Так, здесь конверты пошли. Очень много всего, поэтому решил разбить на несколько роликов, потому что этот наверняка затянется намного. Здесь очень-очень много всего, ребят. Посмотрите, белка, стрелка, первые космические путешественники. И это я достал только очень маленькую пачку такую. Байконур. Потом обрабатывать это видео еще. Так, это что у нас? Вот посмотрите, в клееночке. Вот сколько такой конверт может стоить, напишите, пожалуйста. Посмотрите. А, здесь еще даже сертификат есть аутентичности. Посмотрите, что написано. Ничего, такая коллекция, ребят. Очень-очень интересная. Вот это мне подфартило, конечно. Еще раз напоминаю, все это на продаже. Пожалуйста, обращайтесь. Так, а это что у нас? Первая годовщина фотографирования обратной стороны Луны. 7 октября 60-й год. Представьте, да? Какой конвертик. Интересненький. Вот это, наверное, тоже прикольно.
Так, этот в клееночке. Так, оборвал вас чуть-чуть. Но ничего страшного. Очень много на космическую тему. Посмотрите. Раньше, наверное, люди с ума сходили. Потому что какая-то диковинка была. Гагарин. Мало ли, может здесь какие-то редкости есть, а я даже и не знаю об этом. Но все равно все узнаю. Вот этот, наверное, интересный конверт, посмотрите. Просто огонь. Чувствуется сразу вещь. Так, ну что, друзья, это самое-самое начало. Откладываем в сторонку и двигаемся дальше с вами. Кстати, Москва 80. Интересно должен быть. Вот это тоже тематика интересная, ребята. КПСС. Съезды. Здесь столько этих конвертов, ужас просто.
поэтому буду в быстром режиме вам показывать. Хотя бы за час это все показать. Там еще две коробки. Офигеть просто. Может, если найдется какой-то клиент, подписчик на канале, который это готов все купить. Милости просим. Я только за. Вот отличный, наверное, вариант. Хорошенький. Сейчас утро, все идут на работу, а мы делаем обзор. Так, это у нас что? Почтовые карточки. Интересные они или нет? Ну, посмотрим все в куче. Будем раскидываться. Потому что, к сожалению, это все накапливать и собирать тоже не вариант. Напоминаю, друзья, если где-то увидели какой-то редкий, пишите, на какой минуте и секунде. Так, что у нас здесь дальше? Филателистическая выставка. Россия 90. МиГ-29. Прикольный такой конвертик. Так, Циолковский. Как думаете, почему он в клееночке? Дорогой или обычный конверт? Напишите ваше мнение. Вот такой Циолковский. Ну а мы двигаемся дальше. Я, если честно, покупаю впервые такую коллекцию. Я, наверное, раньше и внимания не обращал на это, на все, на конверты, на открытки. А мне еще, я помню, говорили: Сань, покупай открытки. А я как-то вот упускал эту тему, а сейчас будем обращать действительно внимание, потому что я посмотрел по открыткам, особенно, конечно, ценится Царская Россия. Вот еще Циолковский с марками и в пакетике. Вот посмотрите. То есть куда-то он отсылал их, и ему то ли приходило. И что у нас здесь? Германия. German Obert. Музей. Посмотрите, какие интересные конверты. Так, это что у нас? Открытки, гашонка. Такие. Ну, человек занимался раньше. Было интересно, а сейчас на любителя это все, конечно. Картка Поштова. Видите, написано. Такой листочек. Что это, к чему это, куда это, напишите. Ничего не понятно. Еще Циолковский. Все в клееночке у него Циолковский. Может, какие-то раритеты? Калуга.
12 апреля, день космонавтики. Интересненькие конвертики. Так, открытки целковские обратно же. Этот в упаковочке, это что у нас? Открыточка, посмотрите, какая хорошенькая. 12 апреля, день космонавтики. Ну-ка, какой год? Год 65. Цена художественной карточки с маркой 4 копейки. Вы вдумаетесь. Хорошенькая. Наверняка стоит денег. Гашеная, марка, все как полагается. Так что здесь есть кое-что для вас, друзья. Так, вот смотрите, серия почтовых марок, 15 лет полета. И вот такие вот присутствуют бумажки, тираж 2000 экземпляров. Интересно, да? Такое может стоить чего-то. И карточки такие интересные присутствуют. Гашение, марка. Так, конверты перевернутые. Мы сделаем вот так вот. Клеёночки. Также видим, есть повторы. Видно, покупал по несколько конвертов. Гасился на почте сразу. Посмотрите, какая открытка интересная. Тираж 600 тысяч. Цена 2 копейки. Художник Викторов. 62 год. Хорошенькая. Интересная.
Вот открытки мне как-то вот чуток по душе. Ой, ну собирать еще и их, это даже и не знаю. Вот еще одна, тоже зачетненькая. Тоже такой в клееночке. Вот какие-то в клеенке есть, а какие-то нет. Может быть, ценные, дорогие, или чтоб уголки не помялись. Чтоб была сохранность на высшем уровне. Сейчас-то, конечно, проще. Все в альбом положил. Если есть деньги, какие хочешь. И дорогие, и дешевле. А у нас здесь написано Братислава, 73-й год. Вот такой конвертик, друзья. День коллекционера. Шестьдесят шестой год. Пермь. Почтамт. Так, здесь какой-то автограф. Так, а вот это интересно, Russian Cosmonauts, Георгий Береговой. Так, это в упаковочке здесь. Что у нас здесь пишут? Серия из трех почтовых марок. Полеты космических кораблей. Цена конверта 50 копеек. Вообще просто копейки. Или на то время это не копейки было. Напишите. Союз печать 1969 год. Там целая подборочка конвертов. Вот такие штучки достались антикварщику вашему. Друзья,
Вот видите, все подписано. Все четко у человека. Целая вся коллекция. Вот в таких бумажках пометки стоят. Серия почтовых марок, международные полеты в космос СССР, Республика Куба. На трех конвертах, погашенных штемпелем первого дня. Цена одного комплекта 87 копеек. Союз печать 1980. Если вы понимаете, напишите, пожалуйста, сколько стоит вот такой комплект. Еще, наверное, один. Интересно ли вот такие штуковины? И таких много здесь. На сколько дней поднялись в цене? Потому что уже по времени и 40, и 50 лет прошло. Вот еще один. Почтовые карточки. Слава героическим покорителям космоса. Быковскому и Терешковой. Хорошенький конвертик. Так, почтовая карточка. Какой-то у нас год здесь, 64-й. Совместный длительный полет советских летчиков-космонавтов. Да, тема космоса, конечно, просто шикарная, распространенная. Очень много, конечно, всего здесь.
Так, а это что такое? Да, такие старенькие конверты, видите, 61 год. Этому конверту 40, 20, 60 лет, представляете? Как вам эта подборочка конвертов? Я думаю, интересная для коллекционера. Вот карточка салют октябрю. Так, какой у нас год? 61. Цена 4 копейки. Прикольная, интересненькая. Как думаете, сколько будет стоить вот такой экспонат? Напишите. Запаковал прямо его так хорошо. Может, раритет? Такая открыточка, марка.
Ну что, друзья, вот такая картина на полу, все разложил, вот эти бумажки, подсказки. Как вы думаете, напишите ваши мысли, что почем, повезло ли мне или нет. Если кто-то хочет купить, пожалуйста, указывайте минуты, секунды и будем искать то, что вас интересует. Вот такая подборочка. И еще не забывайте, две коробки еще осталось. Поэтому выйдут еще такие ролики, где-то минут по 40, по 50. Я думаю, что для людей, которые собирают и коллекционируют конверты, будет весьма интересно и полезно посмотреть. Там открытки еще есть, я посмотрел, забегаю наперед. Так что, вот такие дела. Всем удачи и до новых встреч!